Мы в солнечном Сараево. Мы — это я, человек в майке, и мой хороший друг Митя, человек. Мирко. Сами видите, в чем. Я вам сейчас дам небольшой обзор. Идем раздобыть что-нибудь на завтрак. Ну и заодно эпатировать местную публику, местных граждан. Митя будет только так тебе ходить, он сказал. Так, ну магазин, ничего интересного, пока на паузу поставлю. Полки сараевских магазинов. Ну, в общем, завтрак туриста, Митя, чего у нас стоит, продемонстрирует. У нас есть нутелла и ветчина, 200 грамм. Иногда и гречка с морковкой. Но иногда можешь себя побаловать, когда ты в Сараево, наконец-то. Да, выглядишь неплохо, если бы не юбка. Hello. Светский город. Травы позволяют мне чувствовать себя как дома. Мы сейчас берем завтрак. Я как бы в своем привычном виде. Все отлично. Сейчас, кажется, я видео вверх ногами снимаю. Ну, хорошо. Перевернешь потом. Потом, да. Как-нибудь. Знаменитый монтаж. Ну, вы сами разберетесь, в общем, друзья, если что-то будет не так. Это такая была мини-рубрика. Как она у нас там была? Диалог с перцем? Да, нет. Доля перца. Доля перца, да. Всего хорошего. А, кстати, наш хостел так выглядит.